паре километрах от Могилева, напротив мемориала Буйничкое поле, находится одна из интересных достопримечательностей области. Это белорусская этнографическая деревня. Здесь можно увидеть не только дворянскую усадьбу, где находятся рестораны и хорошая гостиница на Мельницу, красивые ухоженные дорожки, фонтаны, настоящую корчму, ну а самое главное – деревню мастеров. На главной деревенской улице стоят маленькие аккуратные домики, каждый из которых посвящен отдельному виду ремесла А. Там можно не только понаблюдать за процессом производства, но и купить отличные сувениры. В центре улицы находится колодец желаний. Ну а позади деревни находится одна из главных достопримечательностей – домик самогонщика. Самогонка, сваренная прямо здесь по особому рецепту, по отзывам посетителей, была очень вкусной. И можно было даже купить подобный сувенир с собой. На территории этнографической деревни регулярно проходят ярмарки, фестивали и народные гуляния. Будете звать?
Сколько пчелка стоит? 5 рублей. Лена! А! Ты здесь? Тут. Я знаю, кто ее убит. Да, тут.